Тем временем новосибирские бойцы МЧС продемонстрировали, как за 10 минут эвакуировать человека в случае ДТП. Мастер-класс по спасению людей из автомобиля прошел в рамках международного фестиваля грузового транспорта «Тракфест». Подробности у Екатерины Широковой. На эвакуацию человека, зажатого в машине, у спасателей есть несколько минут до приезда скорой. По легенде, двери заблокированы, водитель без сознания. Чтобы достать человека и не навредить, специалисты МЧС спиливают крышу «восьмерки». Дать понять людям, что могут у нас спасательные подразделения, за что они несут ответственность. Показать непосредственно им, как это делается правильно, максимально в ускоренном варианте. Ведь задача спасателя – это как? Достать человека живым, передать живым медицинским работникам. Все желающие пробуют распилить корпус авто и почувствовать себя членом профессиональной команды. Небольшой драйв. Очень здорово, когда они еще выполняют какие-то трюки, то захватывающе. Максим Габов и сам не один год за рулем многотонного большегруза. На «Тракфест» приехал с сыном Артемом. Мальчик увлекается машинами. Говорит, такие авто на трассе увидишь нечасто, а тем более дрифт-шоу грузовиков. Машина отличная, 500 кобыл, 500 лошадиных сил. Вообще отличная. Вольво! На Вольве катались. Ну, надо еще на Скане прокатиться. На Скане еще надо прокатиться. Классно. Очень организаторы все хорошо сделали. По словам организаторов, «Тракфест» – это не просто шоу. Транспортные компании и инвесторы на площадке фестиваля могут найти потенциальных партнеров. Представьте, если транспортные компании, которые у нас сейчас работают, будут иметь красивые разрисованные грузовики, это будет приятно смотреть, приятно наблюдать. И плюс есть, конечно же, в этом коммерческая составляющая. Впереди еще 2 дня фестиваля. Зрители увидят тюнинг-шоу, выступления рок-групп, конкурсы красоты для юных гонщиц и много призов и подарков. Екатерина Широкова, Евгений Агеев, Новости ОТС.